большая разница. 5, 4, 3, 2, начали. Герой нашего времени, человек в рекламных роликах, которого непонятно кто кого рекламирует. Герой, герой, мой герой. Ой, тебе. Нештатная ситуация. Актриса Нонна Гришаева на секундочку забывает текст. И вот уже юмор не по сценарию. В съемках «Большой разницы» не меньше комических моментов, чем в самой передаче. Не могу назвать это пародиями. Я вот не люблю это слово. Вот это, ну как сказать, мы играем этих людей. Кто обижается, кто не очень, а кто наоборот говорит «класс», «спасибо». Про кого-то мы даже не знаем, как они реагируют. Малахов Геннадий Петрович сказал, что он никогда в жизни так не смеялся. Образы собирают по крохам из видеоматериалов, газетных заметок, потому что пообщаться лично удается не всегда. Собираешь по крупицам, хоп-хоп-хоп, вот, ну где-то что-то раз-раз, оп, ну вот не чувствуешь. А вдруг раз что-то словил, что-то поймал такой вот, нашел его, да? Все. Push me! Это push me! Как его? Помогайте мне! Ну помогайте мне, помогайте! Push me! Это push me! Как его? Satisfaction! Об этом читайте в моей следующей книге «Газотурбинные двигатели» или «Пылесос». Ни в коем случае я его не высмеиваю, не издеваюсь, понимаете, да? То есть это не сатира, не злая. Это все основано на уважении, на симпатии к этому человеку. Самое сложное, ну, наверное, точно попасть в образ. Потому что бывают точные попадания, бывают не очень, когда ты себя чувствуешь дискомфортно. Но мне пока что везет. Это роль с планами, то, как человек думает, как он смотрит, как он разговаривает. И как бы это другая природа юмора, она основана на точности. Вот, потому что шаг влево, шаг вправо, все. Немаловажный нюанс, в котором недопустима большая разница, это внешнее сходство. Не просто попасть в образ, а еще и внешне быть похожим на персонажа. Так больно, что все знают. Делаем все по школе, говорит выпускник Щукинского театрального училища Сергей Бурунов. Он может сыграть вообще все. Это дар. Для Ноны Гришаевой исполнять такие роли давно не в новинку. 15 лет назад она занималась пародиями в программе «Обана». Тогда это заводило и дико нравилось, признается актриса. Потом был большой перерыв, а после большая разница. Я получаю колоссальное удовольствие от участия в этом проекте, потому что я делаю то, что мне нравится, то, что у меня получается, и то... что не у всех далеко получается, то, что мало кому дано. Для меня здесь работать это большой подарок. Потому что я таких людей не сыграю, наверное, никогда. Не доведется такой палитры. Я просто кайфую. Отрыв. Satisfaction. А судьи кто? Давай, пиши.